секунду. Вот, давайте я другой вам скажу. Хочу очень важную информацию, чтобы вы знали вообще. Он это, я думаю, что он не знает этого. Дело в том, что 3 дня назад буквально умерла одна из сестер Берри, чтобы вы знали вообще. Еще была жива. Это красавицы они. Они в США тоже. Они... Ты гражданин США или вообще? Ну, они... Кто-то вообще? Кто ты? Признавайся. Кто? Клер, а? Ты гражданин чести. Я гражданин мира. Мир. Вот, вот, это, вот это нормальный человек. Знаете, можно я вам всегда вообще вот, сестры, вот это хотя бы памяти. Дело в том, что я... У меня сестра говорит, ну, понимаете, даже по возрасту как-то. У меня сестра говорит, ой, они немцы. Ничего подобного. Они американцы. Сестры Берри. Красавицы, две девушки приехали в Россию, их в Америке никто не знал. Но только у нас его знали. Вот это самая, одна, самая известная песня. Когда да, я да. добавлю. Да, давай, да, давай. Значит, да. Ты лучше мне моя, знаешь. Мое собственное впечатление 59-го года с отдыха, там, где красавицы, этот самый красавицы. Дворец пионеров, а там просто сестры дворец были, молодежи. Были. Там были. Самый был летний театр, который позже сгорел. И в этом самом летнем театре в 59-м году выступал ансамбль американских артистов, в составе которого были и сестры Берри. Они приехали в ковбойских костюмах, их никто здесь не знал звезды, еще. Да, да. Они спели по-русски замечательно, очень черные. Да. Вот. И у них что-то, стаканчики, кажется, я не помню, но у них были, да. Еще какая-то но вещь. Я сейчас играю самую известную вещь, на самом деле самую. И почему путают, а ее во время войны. Вот послушайте ее, ладно. Самый известный вещи кто были. Никто ее и не знает, ее в Штатах, ее только в России ее знают, в Штатах ее никто браво! Не знает. Браво! Только я взял шары. Повторить. Бой мир без ушей, что означает моя красавица. Это первый источник.